Народный артист Советского Союза Евгений Леонов говорил: «Театр – это не кино, не эстрада и не телевидение. Это не рассказ о любви, это сама любовь. И значит, вас двое – ты и зритель». Сегодня к акции «Ясия», посвященной Году литературы, присоединились молодые артисты Детского музейного театра «Этюд» при Национальном художественном музее. Экспериментальный театр юношеского творчества «Этюд» создан при Национальном художественном музее Республики в русле лучших традиций российской культуры 10 лет назад. Постановки, которые организовали специально для ЯСИА артисты «Этюда», педагог Альбина Колодезникова сыграла роль музейки, которая приглашает зрителей в мир искусства. Каждый юный артист, возможно, будущая звезда театральной сцены, показал все свое мастерство, раскрыв частичку своей души. Дети от мала до велика читали произведения Некрасова, Есенина, Маяковского, Мандельштама, сонеты Шекспира, стихи Тургенева и Хармса и многих других. Причем это было настоящее театрализованное представление с костюмами, светом и музыкой. Приводим вам отрывок из этого театрального представления. Нярень-нярьгы! Здравствуйте! Бонжур! Я музейка! Я живу в Национальном художественном музее. Влюбляю, вдохновляю, встречаю гостей. Кто вы? Прекрасное создание. Я Елена. О, боги! Не ко всем вы справедливы. Твердят Афины, что равно красивым и с Гермией. И что ж, Димитрий глух к молве. Ему мила одна из двух. Мы спятили совместно. Одержим он Гермией, а я, к несчастью, им. Но все это урок любви. Она высоким сделать низкое вольна. Душой глядит, а не глазами. Что за музыка? У нас всегда здесь музыка звучит. Ты музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь с непонятной тоской. Зачем же любишь то, что так печально? Встречаешь муку радостью такой? Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны вступают в строй и голос подают, как будто мать, отец и отрок юный в счастливом единении поют. Нам говорит согласование струн в концерте, что одинокий путь подобен смерти. Друзья! Теперь туда нам путь, где живопись великих мастеров. О, сударь, я узнала вас. О чем задумались вы, глядя на картину? Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Докатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, как смешна потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь. Золотые, далекие дали, все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать.
розу белую с черною жабой я пытался на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать. В следующих сюжетах акции «Есть я», посвященной Году литературы, ждите продолжения театрального представления юных дарований образцового детского театра «Этюд».